например, команда лидер нашей лиги сейчас, и нам интересно сыграть, и обе команды показывают очень хороший добротный хоккей. Вот. Я очень рад за мою команду. Они делают все то, что они могли сделать. Прежде всего, поздравить. Победа. Хорошая боевая игра была. И сама отдача практически по всей команде. Нет претензий. Немножко проломили, конечно, удаление. Не совсем нужное. Но команда все должна сражаться, глаза, эмоции били через край. Я думаю, что все вы заметили. Ну, где немножко станет похоже. Ну, и большое меньшинство, конечно, у нас поварили. А так парни молодцы бились. Заканчивали. В принципе, играли всего в 5 защитников. Нагрузились довольно-таки прилично. Ну, как на сегодня есть, так есть. Готовимся к выносили. Спасибо. Коллеги, просьба в первую очередь, если есть вопросы к гостям, чтобы можно было отпустить. Ну, спасибо. Да неплохо, я скажу. Парень несколько моментов подтащил, молодец. Я считаю, что для вратаря, который практически с колес в рамку встал в таком матче, Ефим Гуркин сегодня забил, причем из такой позиции достаточно близко к воротам он подъехал. Раньше он как-то этим не отмечался, все ближе к синей линии. Ну, немножко более консервативно играли в обороне, потому что у нас, в принципе, нападающие забивали достаточно голов, чтобы ребята больше сил тратили в оборонительных действиях защитники. Ну, сейчас тут Авадор предоставилось, в принципе, мы не запрещаем этого дела. Если есть возможность включаться в атаку, завершать это. Спасибо. Спасибо. Можно сказать, что команда выходит из пике? Я бы сказал, по духу да. По духу да. Сегодня практически у всей команды равнодушия у вас не было. И я думаю, что часть удаления, эмоции просто били через край. Команда очень хотела сегодня выиграть и сражалась. Бросок блокированных было, борьбы силовой было хорошие. Все-таки я скажу, что команда Арбас такая. Более мужиковатые, да, родственники все. Ну, ничего мы не знаем, молодцы. Такая проверка боем была. Я скажу так, в многих моментах очень довольны были матчи. И то, немножко. Скажите, сегодня уступили по вбрасываниям и по броскам с Тор. Это ожидаемо вообще-то, то, что вы сказали про Арбас? Ну, вбрасывание, Арбас традиционно очень сильно играет. У нас, к сожалению, парни некоторые форму не играют после травмы. Сейчас Торчинюк, Учеряев, они ребят, Гореев, они не играют обычно 2 месяца. И у нас кто есть, собираем сегодня. Егоша получил серьезную травму. Трямки в гипсе. То есть, ну, Назарет довольно-таки пол. Ну, пацаны, говорю, еще раз повторю, что сражаются, более характер проявляют, я думаю, что мы это делаем. Спасибо. Пожалуйста. И все, просто больше.